Всем привет! Сейчас быстро и просто на скорую руку испечем пирог к чаю. Духовка у меня уже разогревается до 180 градусов. Здесь в емкости 4 яйца. Добавляю 220 грамм сахара. Пакетик ванильного сахара 8 грамм. И немного это все перетираю. Затем сюда в емкость выкладываем 300 грамм майонеза. Жирность должна быть не менее чем 67%. Перемешиваем хорошенько. И сейчас будем добавлять муку. Ее желательно просеять, но если у вас не получается, то и так сойдет. Добавляем несколько заходов. Также сюда пакетик разрыхлителя 10 грамм. И замешиваем тесто. Вот посмотрите, примерно вот такая густота у вас должна получиться. У меня сегодня ушло 350 грамм муки. У вас может уйти немного больше, либо меньше. Дальше ягоды. Я сегодня взяла голубику. Здесь у меня 250 грамм. Я ее вымыла хорошенько и всю воду слила. Добавляю столовую ложку крахмала. Перемешиваю. Затем добавляю вот сюда в тесто. И еще раз аккуратно перемешиваю. Форму для выпечки вы можете брать абсолютно любую, какая у вас есть. У меня сегодня вот такая прямоугольная, размером 13 на 24. Смазывать я ее ничем не буду, просто на дно постелю кусочек пергамента и выкладываю в нее все тесто. Дальше вот эту форму с тестом кладем в духовку и печем до готовности, это примерно минут 40. Ну а там уже смотрите по своей духовке. Вот такой чудесный пирог у меня получился спустя 46 минут, и теперь я оставляю его полностью остыть. Свой остывший пирог я присыпала сахарной пудрой, можно также полить шоколадом, если хочется. И сейчас, конечно же, разрежу и покажу, какой он в середине. Вот посмотрите, пирог очень нежный, вкусный, он хорошо поднимается и пропекается. Мы сейчас с удовольствием попьем чай. Ну а если вам понравился рецептик, то обязательно пеките, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много вкусного.